Здорово всем, дорогие друзья. Это очень важное видео, это обращение к подписчикам. Мне максимально сложно это все говорить, но я больше не могу это скрывать. Мое ебало даже сейчас не видно на фоне солнца. Но я хочу сказать вам страшную тайну. Страшную тайну. Дело в том, что я YouTube-блогер под названием Дневник Хикана или Хикана, хуй знает, как правильно, серьезно, смертельно болен. Это действительно так. Сейчас вот я иду в таком подавленном настроении, потому что, скорее всего, мне осталось жить недолго. Недолго, буквально там день, может максимум два, а может даже через несколько часов уже меня не станет. И, возможно, это такая предсмертная записка будет всем желающим вот на таком фоне. Многие вот хотели бы оказаться здесь, но даже это меня сейчас не радует. Сейчас я нахожусь в Египте, и, скорее всего, это станет местом моей смерти. Ведь буквально с самого приезда, когда я сюда приехал, мне стало очень плохо, очень плохо. Я очень серьезно заболел, у меня очень серьезно болит горло. И, скорее всего, это ангина. То есть мне больно глотать для... Умные люди знают, что ангина это, ну, фактически, если лечить, это смертельное заболевание. Но так как я вообще в другой стране, вот, ну, посмотрите, вот так это все выглядит. И, наверное, спросите, как я умудрился заболеть, вот, ну, когда на улице плюс 60 градусов, фактически. Ну, я сам не знаю, как так получилось, я пил холодную воду, бля. И сейчас вот я иду, вода идти, ну, куда? Ну, то есть, в больницу я не могу пойти, меня там, ну, пошлют нахуй. И, ну, потому что я не гражданин Египта. А вот единственная надежда на то, что сейчас я смогу вот, ну, купить в аптеке лекарство. Лекарство очень сильное, очень серьезное, очень, ну, такое эффективное лекарство, которое должно, ну, помочь. Но проблема в том, что я хикан, я социофоб, я не смогу, наверное, сказать. И мне придется, точнее, больше ничего не останется, как... умереть здесь. Вот, ну, посмотрите, ну, какие виды. Как вот осознавать, что, ну, последнее, что я увижу, будут вот эти виды. Ну, то есть это очень грустно, очень печально. Не хочется, честно говоря, уходить из жизни. Не хочется. Ну, что, ну, поделать, если больше ничего не остается делать. То есть у меня есть какая-то страховка там, ну, на нее звонить я боюсь, и там нужно платить вот взнос, бля, как бы франшизу. А денег у меня нет, я оказался здесь совершенно бомжом. У меня нет ни копейки. Вот благодаря моим донатерам, кто мне донатил, сейчас я снял с банкомата там, ну, небольшие деньги. Небольшие деньги, которых, я надеюсь, мне хватит на препарат от горла. То есть антибиотики там вся эта хуйня. Вот там вдалеке должна быть аптека. И сейчас в прямом эфире вот. Ну, не в прямом эфире, стримы, к сожалению, я больше не могу вести, у меня закончился интернет-трафик, они жут просто пиздец. То есть я и так потратил на интернет все свои деньги. Так что вот, ну, кому нравилось смотреть стримы, я, ну, прошу прощения, но я больше не могу их вести. У меня закончились гигабайты, а они, вот, стримы много отнимают гигабайт вообще. Вот, дорогие друзья, сейчас, возможно, вы увидите меня, ну, последний раз, и новых видео больше не будет. Это очень грустно. Кто бы знал, кто же знал, что именно здесь вот Дневник Хикана встретит свою смерть, вот, ну, последнее, ну, пристанище, так сказать. Кто же знал, что именно здесь вот, ну, с другой стороны, лучше здесь, чем в какой-то там стране СНГ, где серо, уныло. То есть здесь... хотя бы глаз вот радуется. Но это не помогло мне не заболеть. То есть, вы понимаете, да, мою удачу в скобочках, вот в кавычках, что, бля, в стране, где плюс там 60 градусов, я заболел. Вот даже челик идет, охуевает, что за долбоеб идет с камерой разговаривает. Ну, то есть, дорогие друзья, здесь, по сути, вообще не может быть никаких там вирусов, бактерий, потому что они все... должны умирать на солнце. Но, как видите, случилось наоборот. То есть вот эти челики едут, радуются.
А у Хикана сегодня, ну, последний день жизни. Последний день жизни. Это очень грустно осознавать, что вот я мог бы, как они вот сейчас, ездить на автобусе. Конечно, не мог бы, потому что у меня нет на нее денег. Но у этих чиликов еще вся жизнь впереди. А у Хикана сегодня этот день может стать последним, если сейчас в аптеке меня не поймут и не продадут мне. Или у меня не хватит денег. Потому что я не знаю, сколько здесь стоит лекарство. Сколько здесь стоит лекарство. Я надеюсь, что у меня хватит. Вот. Ведь это все, что у меня осталось. Вот посмотрите. Здесь 20 египетских фунтов. В переводе на там доллары, рубли, это где-то 80 рублей. 80 рублей. И то они даже, ну, порваты, видите. То есть меня могут смело нахуй послать с ними, даже если у меня каким-то чудом хватит денег на лекарства. Ну, то есть, действительно, вот обидно, обидно. Ведь я ушел с работы. И, ну, последнюю зарплату он потратил, чтобы добраться вот в Египет. Кто же знал, что именно здесь Хикан увидит свою смерть. Вот. Даже, ну, под, ну, такой звук этих, блядь, сигналов. Ну, то есть, возможно, эта машина уже чувствует, как бы, что скоро, что она увидела меня, ну, последний раз, и больше никогда не увидит. Очень грустно, очень печально. До аптеки мне осталось идти буквально там 100 метров. Вот там она будет с правой стороны. Надеюсь, вот туда, вот там она будет с правой стороны. И именно в таких вот, ну, красивых видах, в стране восходящего и, ну, почти не заходящего солнца, то есть посмотрите, на небе ни единой тучи, ни единой тучи. Вот такие красивые, ну, пейзажи, что именно здесь вот случилось самое плохое, хотя, ну, казалось бы, должно случаться только хорошее. Вот, вот там уже аптека, я ее вчера вот увидел, это должна быть самая вот охуенная аптека из всех, потому что там написано, что они не наебывают людей. Не знаю, насколько это правда, учитывая, что они увидят, что я не местный, и могут смело меня наебать. То есть вы только представьте человека, который, ну, которому буквально, возможно, осталось жить всего лишь несколько дней, ну, даже не дней, а часов, его могут очень жестко наебать. То есть скажут там, у тебя не хватило денег. А вот это все, что у меня осталось. И сейчас вот я иду с этими деньгами. Вы, наверное, спросите, а как я вот без знания, бля, а да, бля, не, это не та аптека вроде как. О нет, дорогие друзья. О нет, дорогие друзья. Походу случилось самое страшное. Она закрыта, она закрыта. То есть тут все работает с 10 часов, наверное. О нет, дорогие друзья, нет, дорогие друзья, это очень плохо, очень плохо. Она закрыта. О нет, ну только не это, дорогие друзья, только не это. Только представьте, они знали, что я приду, и закрыли деньги, о, бля, закрыли дверь на замок. Закрыли дверь на замок, ну, то есть, как они могли? Я не представляю, как вот они могут так относиться к человеку. То есть, как вот мне, ну, купить лекарство? Ведь я очень серьезно заболел. Очень серьезно заболел. И вот моя смерть вполне возможно будет на их совести. На их совести. Я не представляю. Вот видите, у меня дыхание становится все тяжелее. Все тяжелее. Все тяжелее. И где мне найти вот аптеку? Где мне найти аптеку, которая спасет мне жизнь? Ну, поблизости я больше не вижу аптек. И, к сожалению, случилось неизбежное. То есть я изо всех сил, из последних сил и последнего дыхания вот шел сюда, в эту аптеку, в которой я рассчитывал купить лекарства. А, ну, теперь ничего этого не будет. То есть вон даже другие челики, ну, приехали. Ну, это больница, но меня сюда не пустят. У меня нету вот ни гражданства там, ничего. Ну вот вы сами видите,
все своими глазами. Блядь, ну как они могли? Ну, то есть здесь даже графика нет. Смотрите, все закрыто на замок. То есть при всем желании я даже не смогу открыть и взять. Ой, да, дорогие друзья. Я больше не знаю, что сказать. К сожалению, это последнее видео. Именно здесь я встречу свою смерть. И вот хозяин этой аптеки, ну, придет, увидит мое тело бездыханное. И, ну, поймет, что ему нужно было приходить раньше, вот на час. Если бы он пришел там на час раньше, еще бы можно было спасти, возможно, величайшего блогера Ютуба. А сейчас это конец, дорогие друзья. И мне остается лечь здесь и ожидать свою смерть. Прямо вот возле аптеки. Грустно. Спасибо всем, кто смотрел мое видео. И скорее всего, мы больше никогда не увидимся.